Игра от City Interactive, которая любит выпускать всякое дерьмо только. В частности, как Terrorist Takedown 3 из последнего. Combat Forces 3 тоже вроде бы. Ну и прочее дерьмище. Тем удивительнее было увидеть эту гамилу, которая, в принципе, весьма и весьма и ничего. Хорошая графика уровня Battlefield 2. Движок очень сильно ее напоминает, возможно, один и тот же. Вот. Соответственно, тут надо снайпером гасить от всяких мудаков каких-то. При этом нельзя, чтобы они тебя увидели. Если увидят, то и поднимут тревогу, то сразу же миссия будет провалена, даже если тебя не убьют. Вот, соответственно, все сводится к тому, что как дурак, вот так вот потихонечку очень ползешь, сквозь джунгли просматриваясь. Вот увидел еще одного, вон он там, ноги его. Хоп, с одной пули в ногу убил его. Ну, видимо, винтовка классная, поэтому убивает как бы с одного выстрела. Хотя в ногу он бы, конечно, еще покорячился. Здесь листва очень сильно мешает. О, все, заметили, пиздец. Все, провалена как бы миссия сразу. Вот этот дурак зевать уже надоел. Плюс враги любят подкрашиваться красным, чтобы, видимо, их легче было увидеть. Вот сейчас вот он красным посветился. Вот этот классный очень эффект. Как из 3D хантинга прямо сперли. Интересно знать, кто первым его придумал. Получалось чуть дальше пройти, но затрахался. Это уровень сложности медиум. Ну хрен пройдешь вообще. При том, что это я фактически уже выучил расположение врагов, где они стоят. Соответственно, их нужно перестрелять, а их там весьма и весьма много. Красотища. А им пофиг, кстати говоря. Несмотря на то, что они сейчас подняли стрельбу, на самом деле они ее подняли не из-за того, что я кого-то убил, а из-за того, что я просто там слишком сильно высунулся из-за укрытия. И они как бы меня увидели. Если бы я меньше высунулся, то они бы не увидели. Тяжело дышит протагонист. Так, вот там чуваки пошли, сейчас они должны появиться. Давайте, давайте. Ага. Пиздец. В атаку! Сука, зарыл меня. Фейлури, you are dead. Ну вообще пиздец, конечно, игра для терпеливых.